Друзья, у меня тут директ просто взрывается. Все друзья пишут в WhatsApp. Думаю, что случилось? Медведев ушел в отставку. Неужто мне хотят предложить должность премьер-министра? Это так важно для нашей страны. Это эпохальное событие. А нет, оказывается, рэпер Гуф опять насинячился чего-то там или наширялся. Вызывает меня на бой. Что-то там написал. Мне скинули текст. Если, кстати, вы переведете, я буду благодарен. Так вот, ребят, я желаю Алексею выздороветь и завязать с наркотиками. В Таиланде очень суровое наказание за наркоту. Наркотики уже погубили его жизнь. А я не могу тратить свое время на вызовы различных наркоманов, сумасшедших и алкоголиков. Львы не охотятся на мышей. А кто хочет показать, что он мужчина, ответить за какие-то свои слова, что-то продемонстрировать, всегда может прийти ко мне в зал или на тренировку. И показать, на что он способен. А, кстати, как вы думаете, кто будет следующим премьером?